The wall itself has a weird history. It's a circus, впервые. Continue with the outlines. Вот, это ты... Себя, а защищать правду Божью. Это классическая история. А люди премия стал Антиох Эпифан. Okay. Okay, we continue on in in Genesis 49, verse 12. Мы продолжаем в Бытие 49 главе. As we're talking about Judah. 12 стихе, когда мы разбираем еще Иуду. Okay. Бытие 49:12. And we're looking at the prophecy of Яков. И мы смотрим здесь на пророчество его отца Иакова над ним, the как над сыном. Sections involved there. Now we come to Genesis 49:12. И мы дошли до 12 стиха. Блестящие очи его от вина и белые зубы от молока. Okay. The literal meaning of this statement refers to a man's eyes being red when he is drunk with wine. Буквальный смысл этой фразы означает, что у человека пьяного, напившегося, глаза становятся красными. Now, I don't know if we are to gather from this the fact that Judah was a drinker. Не знаю, слышали вы, сталкивались вы с тем фактом, что Иуда знаком нам как пьяница? Or whether it has some other figurative meaning in there somewhere. Или там было другое фигуративное мнение и значение этого. Now, I have not been able to discover. Я не был, не было у меня еще времени глубоко изучить этот момент. But as I said, literally, if you take the statement literally, it refers to someone who has got red eyes because he has drunk too much wine. Но если говорить о том, что означает буквально эта фраза, это означает красные глаза от перепившегося вина. It's extremely interesting to see some of these, how can I call them? The sort of references to something that we no longer understand. Okay, there are statements in Scripture. Есть определенные утверждения в Писании. Which are sometimes very difficult to discern what was actually meant in the time which they were spoken. Которые очень тяжело распознать, что на самом деле они значили, особенно если относить это то время, когда их произносили. So this statement may have had some very specific meaning in the time in which it was spoken. Поэтому вот это именно утверждение, 12 стих, он на то время мог нести в себе совершенно другое значение. But we no longer know exactly what that could have meant. Но мы больше не знаем, что оно на то время означало. Поэтому можем только предполагать свое мнение. It's something a little bit like that statement that Yeshua makes when he said it is easier for easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to. Это как по поводу утверждения, которое говорил Иешуа, что верблюду легче войти в игольное ушко, чем богатому в Царство Небесное. Yeah. There are hundreds of theories out there of exactly what that means. И есть сотни теорий, что именно на самом деле означает эта фраза. But nobody can say with absolute certainty. Но никто не может говорить с абсолютным утверждением, что он 100% прав. It's the same as I said in the beginning about the particular gemstones which are involved in the breastplate of the high priest. Также, как мы вернулись к первому нашему уроку, что нельзя утверждать, какой именно камень и в каком порядке стоял в этом наперснике судном на первосвященнике. I don't think there's anyone out there who can with 100% certainty say it was this or that. И я не думаю, что найдется хоть один человек, который рискнет утверждать, что именно его мнение 100% правильное. But what do we need to gather from this statement? Но что мы можем взять из вот этого утверждения? As believers in Yeshua, так, the scripture tells us that we should not be drunk with wine, but we should be filled with the Holy Spirit. Как верующие в Иешуа, мы не должны быть пьяными от вина, но мы должны исполняться Духом Святым. Ephesians chapter 5 verse 18. Ефесянам 5 глава 18.
18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Ефесянам 5:18. Okay. Symbolically also, Judah was to be filled with the Holy Spirit. Символически можно определить, что Иуда был наполнен Духом Святым. Now, remember his name, one of the meanings of his name is to praise. Одно из значений имени Иуды, как мы разбирали вчера, это хвала Богу. And to do that effectively and in a good way, you need to be filled with the Spirit. И в хорошем, как бы правильном положении надо наполняться Духом Святым. Okay. Иуда должен был быть наполнен. So Judah should be filled with the Spirit and controlled by him. Поэтому есть как бы такое предположение, что Иуда должен был быть наполнен Духом Святым и контролируемым им. In the same way as a drunken man is controlled by the wine that he drinks. Так же, как пьяный, он под контролем вина, которое он пьет. Okay. And we as believers in Yeshua should also be filled with his Spirit. А мы, как верующие в Иешуа, также должны быть наполнены Его Духом. So that we can praise Him and worship Him чтобы мы могли in spirit and in truth. И поклоняться Ему в Духе и истине. It's okay, it's not something that we perform, if you like. Это не то, что мы делаем как показательное выступление. Okay, you understand what I mean? Понимаете, you что can я имею в виду? Do as off. You are praising and worshiping. Это не делать на публику ваше поклонение и прославление перед Богом. On the outside it may look very good and может быть, снаружи оно и будет выглядеть хорошо, но оно... Very... Spectacular. Нет, это другое слово. Very exciting, very оно может explosive, быть очень very... ярко выраженным, экспрессивным, таким очень сочным, можно сказать. But there is no anointing. Но нету помазания на самом деле. I sometimes, sorry to have to say this, I sometimes listen to some praise and worship music and I think, it's nice, but there's something missing. К сожалению, я столкнулся с тем, что сегодня в современном мире я слушаю прославления, даже записи или где-то в церквях и поклонения, и могу четко сказать, что мило, очень хорошо, может быть даже качественно, но чего-то не хватает. If it's true worship, если это настоящее поклонение truth, в Духе и истине, then you feel the power of the Holy Spirit. Тогда вы будете ощущать силу Духа Святого. Sometimes when I go into a meeting and I begin to praise and worship, I immediately have that sensation of feeling the Holy Spirit enter into the room. Иногда, когда я захожу в церковь, на собрание, в какую-либо, я мгновенно могу иметь ощущение, что Дух Святой вот сейчас наполняет своим присутствием это помещение. Sometimes it may take a little while for it to happen. Иногда для того, чтобы я это ощутил, должно пройти какое-то время. And unfortunately, sometimes it doesn't happen. А иногда этого вообще okay, не происходит, к сожалению. I don't say that that is because of the worship team or whatever, it can just be something that's wrong with me too. Я не утверждаю, что все неправильно касается только группы прославления. Может быть, это и ко мне относится. Because as worshippers, we all need to be in tune with the Holy Spirit. Но как поклонники, мы каждый должны быть настроены на волну Духа Святого. Okay. In the same way that natural wine affects man's natural eyes, так же, как вино влияет естественным образом на глаза того, кто его употребляет. Okay, I don't know whether any of you have ever been не знаю, был intoxicated. Ли кто-то из вас под интоксикацией от алкоголя, получал ли алкогольное отравление. But you don't see very clearly, okay? Но в момент этого состояния вы явно, ясно не видите. I'm not speaking from experience, of course, but... Я не говорю это из своего личного опыта, чтобы вы понимали. Okay, I'll be honest, once it did happen in my life, yeah. Хотя нет, однажды все-таки я but был пьян. Fortunately, only once. Но слава Богу, один раз в жизни. But in the same way, our spiritual wine, the wine of the Holy Spirit, но также, таким же образом, наше духовное вино, вино Духа Святого, should affect our spiritual way of seeing. Должно влиять на наше духовное зрение.
But not so that our vision is blurred, but it becomes clear. Но не для того, чтобы помутнело наше духовное зрение, а наоборот, для того, чтобы принести ясность. Okay, so as believers, we are called indeed to be filled with the Spirit. И как верующие, я еще раз утверждаю, мы все призваны быть наполнены Духом. The second reference we have here is his teeth whiter than milk. Второе тут утверждение в 12 стихе говорится, что его зубы были белее молока. Milk symbolizes, in Scripture, symbolizes blessings. И молоко в Писании имеет символ благословения. Fruitfulness. Плодовитости. Abundance. Преизбытка. And the Word of God. И также символ Слова Божьего. All of those symbols are contained in it. Все эти символы включают в себя в слово молоко. Okay, Exodus chapter 3. Исход, третья глава, с 8 по 9 стих. «Я иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в хорошую землю и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Иусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне». Исход 3, 8, 9. Okay. A land flowing with milk and honey. Земля, в которой течет молоко и мед. These are the two symbols of what is termed as the promised land. Это два символа, которые здесь касаются обетованной земли. And as I just said, milk represents blessing. И, как я уже сказал, молоко представляет собой благословение. It is also something which provides sustenance to the whole body. Это также является тем, что имеет влияние на все тело. Studies on natural milk. И если изучать естественное простое молоко. Okay, milk that comes straight from the cow. Молоко не магазинное, которое сразу парное с под коровки. Not what you buy in the shops. Не то, что мы покупаем в магазине. But that milk contains so much that we need. In our human body. Составляет в себе, включает в себя столько много полезных микроэлементов, которые нужны нашему телу. That in effect you could almost live from just drinking that milk. Что в принципе можно жить только пья молоко. It contains proteins, vitamins, minerals. И витамины, и минералы. Most of which that the body can use. Все, so, что тело может использовать. In that sense, it's a very important element. Поэтому в этом ключе это очень важный элемент молоко. Okay, in Isaiah 55. Исайя 55 глава, первый стих. This is a text that I love personally myself. Исайя 55:1 это текст, который я очень сам по себе люблю. I have a message on this, and I think I preached it once here. Yeah. Isaiah 55:1. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Okay, these are all symbols of certain things that we need spiritually as well as physically. Здесь описаны символы, которые нам нужны как духовно, так и физически. Okay, water. Wine, milk. Вода, молоко, вино. And these we can receive from our Father in heaven. И это то, что мы можем принять от нашего Отца на небесах. Without cost. Безплатно. Okay. If I go off now, I will start on the other preaching. Если я тут задержусь, я буду проповедовать на эту тему. Так что we will move on to 1 Peter 2:2. 1 Петра 2:2. 1 Петра 2:2. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». 1 Петра 2:2. Okay. Pure spiritual milk. The milk of the word. Чистое духовное молоко, молоко Слова Божьего. Just as I said, in a natural milk is what they now term a superfood.
Как я уже сказал, в естественном молоке много полезного. Сейчас это называют как бы супер-еда. It contains so much that we need in the same way. В себя вот одно молоко имеет в себе столько полезного. Which is the word of God. И духовное молоко, которым является Слово Божие. Contains so much that we need. Включает в себя так много всего, что нам необходимо. Okay. Judah would not only be filled with the Spirit, but filled with God's word. Иуда был не просто наполнен Духом Святым, он был наполнен Божьим Словом. In the same way, we should be filled with the Spirit and filled with God's word. Также и мы должны быть наполнены Божьим Словом и Божьим Духом. If we want the same benefits, если мы хотим таких же преимуществ, we have to do the things that we need to do. Нам необходимо делать то, что должно. Okay. Now we come to Moses' prophecy over Judah. Теперь мы переходим к пророчеству Моисея уже над коленом Иуды. Okay. In Deuteronomy 33, verse 7. Второзаконие, 33 глава, 7 стих. Но об Иуде сказал сие: «Услыши, Господи, глас Иуды, и приведи его к народу его, руками своими да защитит он себя, и ты будешь помощником против врагов его». Второзаконие 33, 7. This prophesies that this prophesies that the Lord would hear Judah's voice. Это пророчество описывает, что Бог услышит молитвы Иуды, Иуды голос. Okay, this was fulfilled through the prayers of David, Solomon, and some of the other kings from Judah. И это слово, это пророчество, оно исполнилось от того, что были услышаны молитвы Давида, Соломона и других царей, которые вышли из колена Иуды. Why do you think that David wrote so many psalms? Как вы думаете, почему Давид написал так много псалмов? Because he was trying to express the things in his heart towards God and that God would hear him. Потому что он пытался выразить все то, что было у него в сердце по отношению к Богу и чтобы Бог услышал его. It was also because God inspired him. И также это было потому, что Бог вдохновлял его. Solomon wrote the Proverbs. Соломон написал притчи. Some people also claim that some of the Psalms were actually also written by Solomon. И некоторые имеют утверждение, что часть псалмов была написана Соломоном также. And we see very clearly that this was something that was in their heart to be heard by God. И мы видим, что это было очень ясным в ихнем сердце желание, чтобы Бог их услышал, услышал ихние сердца. Okay. My desire. Моё желание. Should be for God to hear me. Чтобы Бог мог услышать меня. And have the confidence that through his grace he will also answer. И иметь вот эту уверенность, что по милости своей он ответит и пришлёт свой ответ. Sometimes we need to ask ourselves, how strong is my desire that God will hear my prayer? Иногда надо самим себе задать вопрос, насколько сильно ваше желание, чтобы Бог услышал вашу молитву. And sometimes we can see that by the way we pray. И это можно увидеть по образу, как мы молимся. Do we persevere in prayer? Пробираемся мы, продвигаемся ли мы вперед в молитве? Do we take the time to come before the Lord with the things that are deep on our heart? Или другими словами, являемся ли мы настойчивыми в молитве? Изливаем ли мы то ему, что находится в глубине наших сердец? And do we then also take the time to listen? И берем, отделяем мы для этого ли время? И также стараемся ли мы услышать от него ответ? I've told this story probably before, but I'll tell it again. Я рассказывал эту историю когда-то раньше, но еще вам расскажу. There was a man who went to the doctor. Был мужчина, который пришел к доктору. And he came in by the doctor and he said, "Doctor, I have pains everywhere. I have back pain, I have neck pain, I have pain in my elbow." И человек начал жаловаться доктору. Доктор, у меня боль по всему телу. У меня в спине боль, у меня в шее боль и в локте болит. And for about 10 minutes he went on to the doctor about all the different pains and all the different things that he had. И минут 10 он рассказывал доктору, как и где у него все болит.
And then suddenly he looked at his watch. А потом внезапно посмотрел на свои часики. He said, "Sorry, doc, I have to go now." И потом сказал: "Прости, док, мне надо бежать." And the doctor said, "Wait, wait, I need to," but he was gone. И доктор пытался остановить его словами: "Эй, подожди, мне же тебе как бы лечение назначить надо," но его уже и не было. I'm afraid we are sometimes like that with our prayers, aren't we? И иногда мы также ведем себя в молитвенной жизни. We come with a whole list of stuff. Приходим с листиком, всем перечнем всего, что у нас есть. We say, "Amen." Потом говорим аминь. And we go about our и убегаем по делам. We don't take the time. Мы не выделяем время, чтобы его послушать. It's important. А это важно. Yuda would be brought to his people in the sense that he would be accepted as ruler over them. Judah would be brought to the people of Israel. Иуда был приведен к народу, к народу Израиля. In a sense that he would be accepted as ruler over them. В таком ключе, что он был принят ими как руководитель, как царь над ними. This happened in the time of David. Это произошло во времена царя Давида. Okay, first Saul was king over Israel. Сначала Саул был царем над Израилем. The family Kish or the tribe of Kish. Well, not exactly a tribe, but yeah. Okay. Это не было колено Киша, но Саул был из. He was not from Judah. Семьи Киша, которые не были из Иуды. So, then David, eventually, he was anointed by Samuel. И в конце концов Давид, который был помазан Самуилом. Spent quite a long time in the service of Saul. И который потратил достаточно много времени служить Саулу, и тот выступал против Израиля. И гонялся за ним по всему Израилю. But eventually Saul was killed. Но в конце концов Саул был убит. And David came to the throne. И Давид зашел на трон. But at the beginning it was only the tribe of Judah that followed him. Но изначально только колено Иуды следовало за ним. And I think Ephraim and some parts of Ephraim and и, может быть, часть колена Ефраима следовала за ним. But eventually, но в конце концов, the whole of Israel came under his rulership. Весь Израиль пришел под его, так сказать, владычество, управление, признал его правителем. And that's what's going to happen also with the Messiah. И это то, что произойдет в конце концов с Мессией. Ultimately, this is, of course, a prophecy of the coming Messiah who would be brought to his people to save them. Здесь мы видим, как бы, что это пророчество касается также и Мессии, что он придет и для своих людей, для своего народа сначала. As I said the other day, very often prophecies have different levels. Как я вчера уже говорил, что пророчества имеют разные уровни. Okay. We must, of course, always look first at the literal level, the obvious level. И сначала, естественно, мы должны смотреть на буквальное значение естественными глазами, что может означать пророчество. А потом, когда мы молимся и изучаем эту тему, и Бог может открывать и давать нам понимание других уровней. Okay. In the first place, of course, it went over the tribe of Judah. And it went over the reign of David and Solomon and some of the other kings. Сначала это касалось только колена Иуды и вышедших из него царей Давида, Соломона и других царей. But underneath this lies the messianic prophecy. Но, так сказать, под чертой можно провести и написать, что это также мессианское пророчество о Мессии. Yeah, messianic prophecies are scattered throughout the scripture. И мессианские пророчества, они просто вотканы и переплетены со всем Писанием. And it's a very interesting study on its own. Очень интересно в них тоже самих изучать и разбирать их. I don't think I've actually given that here. No. Sometime I must do that. Я не учил на эту тему здесь, но думаю, что как-нибудь поучим. Провести вас через все Писание и показать вам все пророчества о Мессии. And how we can understand them. И как мы их можем понимать.
Okay. Let me see here. I've written something here which I don't quite understand in the beginning. Aha. Okay. Here it says also in Deuteronomy 33:7, it says, with his own hands he defends his cause. И написано, что руками своими да защитит он себя. Это в том же Второзаконии 33:7 стихе. Okay. In this particular instance, it shows that his hands were sufficient for him. Sufficient. They were enough. Здесь, в этом конкретном месте, говорится о том, что его рук было достаточно для того, чтобы защищаться. In this sense, вот в каком смысле. It reflects his willingness to work. Это отражало его желание работать. Okay, that he could be creative in that work. Что он мог быть достаточно креативным, талантливым в этой работе. And he could find strength. И он мог найти достаточную силу. It also could be interpreted as meaning whatever he put his hands on to accomplish, God would bless him in it. Другими словами, также можно посмотреть на это место, что за что бы ни брались его руки, он доводил это до конца, и это было с Божьей помощью. Causing him to prosper. И что приводило его к процветанию. Now, we have to remember that when the blessing of Moses, this is a blessing that is spoken. Когда мы говорим о благословении Моисея, это то, что он молился, благословлял, провозглашал над ними. Yeah, blessings should always be verbal, they should always be spoken. Благословение всегда надо произнести вслух, его надо услышать. You cannot really bless someone in silence, okay? Внутри самого себя вы не можете кого-то благословлять. But it's this blessing which can come upon you as you follow in the footsteps that God has laid down for you. Okay. Это благословение может прийти в вашу жизнь, если вы будете следовать тем следам, так сказать, на которые вас ставит Господь, на тот путь, на который Он вас okay. ставит. In one sense, in Scripture we find some blessings which are unconditional. В Писании мы видим некоторые благословения, которые безусловны. But in many cases, blessings are conditional on our receiving them and acting upon them. Но во многих местах есть условия для получения благословения о том, как мы принимаем и как мы действуем в соответствии этого благословения. Oh, you can say, oh, that person has blessed me. I will sit down and I will wait for the blessing. Вы можете сказать, о, меня придет вон там человек и благословит. Вы можете сесть и ожидать его благословения. It doesn't work that way, okay? Так не работает. We need to be active in everything that we do for the Lord. Нам необходимо быть активным и занимать проактивную позицию в нашем следовании за Богом. Okay. Through the righteousness of the kings of Judah, there was deliverance from enemies. Через праведность царей из колена Иудина пришло освобождение, deliverance from their enemies. Пришло освобождение от врагов. Okay, in this case their righteousness was that they were willing to follow God. They were willing to follow his instructions, his laws, his mitzvot. И в данном случае слово «праведность» означает, что эти цари были готовы следовать Божьим законам, Божьим инструкциям и тому, что Он повелел. Okay. You can see this very clearly in Scripture. Вы можете очень четко это увидеть в Писании, when it talks about kings. Когда это говорят о царях. It says, this or that king did what was right in the eyes of God. Когда перечислялись цари, написано, вот этот царь творил доброе и угодное в глазах от Бога. And things went well. И перечислялись хорошие вещи, и все было хорошо. Another statement. Другое утверждение. This king вот did what was not right in the eyes of God. То, что было неугодным в глазах Господа. And things went very bad. И конец его тоже был очень плохим. Okay. So in this case, that righteousness meant that they were willing to follow God and to follow his instructions.
И в данном случае слово «праведность» означает готовность их, царей, следовать Божьим инструкциям, Божьей воле. And because of this, God gave them victory over their enemies. И поэтому Бог давал им победу над ихними врагами. And he made them skillful in battle. И Он делал их способными в битвах. They were creative. Они были достаточно in designing and building. Талантливыми в дизайнерстве, в строительстве. The temple. Храм. Through David and Solomon. Через, который был построен через Давида и Соломона. The original design for the temple, which Solomon built, came from David. Тот дизайн, по которому Соломон построил храм, пришел от царя Давида. Solomon added to it. Соломон добавил немножечко. But the core design was David's. Но основной дизайн сделал царь Давид. This was given to him by God. И этот дизайн дал ему Бог. Он был вдохновлен Богом. In the same way, таким же образом, the hands of Yeshua, руки Иешуа, were sufficient to perform the miracles. Они даны, как бы, они есть для того, чтобы творить чудеса. Okay? Because he followed his father's instructions. Потому что он следовал полностью всем инструкциям его отца. Okay. We should pray that God, after hearing our voices, will make our hands sufficient in doing His will and in fulfilling His godly desires. Мы должны молиться так, чтобы Господь сделал наши руки способными делать Его повеление, творить Его волю. And last part. Will make our hands sufficient in doing His will. Творить Его волю. And fulfilling the desires which are according to His will. И исполнять желания, которые по Его сердцу. Okay. Whatever we do. Что бы мы ни делали. Even if it's the same thing day after day. Даже если это повторяющиеся вещи день ото дня. Which should be done to the glory of God. Они должны твориться для славы Божьей. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. 1 Коринфянам, 10 глава. 31 стих. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью. 1 Коринфянам, 10:31. You see how the word brings it down to everyday tasks? Видите, как это относится к нашим ежедневным заданиям? Нашей жизни. Even our eating and drinking. Даже наше употребление пищи и питье. Should be done so that it brings glory to God. Должно делаться так, чтобы приносило славу Божью. You may ask yourself the question, how on earth can I do that? Задаю самому себе вопрос, а я так делаю, как бы ем и пью? Ask God. Спросите Бога. One way of doing it is to share with others of the things that God has given to you. Делаете ли это вы так, делясь друг с другом тем, что Бог дал вам? Okay. God was going to help Judah find victory over his enemies. И последняя часть пророчества написано, что Бог поможет Иуде побороть всех его врагов. As I said, the Lord preserved the righteous kings of Judah from all of their enemies. Бог уберег всех царей Иуды от врагов их. Those nations that surrounded them. От тех наций, которые окружали их. Yeshua displayed his power over enemies such as sin, hell, death, and devils in his life. Yeshua также проявил свою власть над врагами нашей жизни, такими как ад, hell. Yeshua displayed his power over enemies such as sin, грех, hell, ад, death, смерть, and devils. И дьявол. In his lifetime. And through the resurrection. Через его жизнь и через его воскресение. He showed his complete power. Он показал свою полную силу. Over death and everything else. Над смертью и над всем остальным. God will give you help against your those enemies also. Бог даст вам помощь и силу против ваших
врагов, с которыми вы сталкиваетесь. Через Иешуа вы можете их победить. Let's summarize the ideas and characteristics represented by Judah and the emerald. Давайте подведем, подсуммируем характеристику Иуды и его камня изумруда. We have new life in Yeshua. У нас есть новая жизнь в Иешуа. The gospel message is for the whole world. Послание Евангелия для всего мира. God's heavenly light shines in our hearts. Божий небесный свет светит в наших сердцах. Through this, через это, we are divided from spiritual darkness. Мы отделены от духовной темноты. In this, it's also clear that people from all tongues and nations will become believers. И через это мы ясно осознаем, что все колена, все языки в одно время станут верующими. Also, it tells us that one day we will reign with the Messiah. Также это говорит нам, что в одно время мы начнем править вместе с Мессией. It tells us also that we should live a life of praise and worship to the Lord. Также мы должны проживать жизнь в хвале и поклонении Господу. It tells us also that we can have the joy of the Lord dwelling, living in us. Дальше мы можем иметь радость от Господа, обитающую и живущую в нас. That our life can bear good fruit and abundant blessing for God's glory. Наша жизнь может приносить много плода для Божьей славы. That we are conquerors through Messiah. Мы являемся победителями через Мессию. That we should be filled with the Spirit and the Word. Мы должны быть наполнены Духом и Словом. That we can be conquerors or victors through Messiah. Еще раз, мы можем быть победителями во всем и иметь победу через Мессию. That God hears our prayers. Бог слышит наши молитвы. And that He makes us sufficient for the work that He calls us to. Он делает нас способными к той работе, к которой же и призывает. Okay. Now I want to make one more very important point here. И еще один такой важный момент хочу здесь отметить. Я тут сказал, что Бог делает нас способными исполнить ту работу, к которой Он же нас и призывает. As I said, we need to hear His voice, поэтому нам надо слышать Его голос, so that we can do His will. Чтобы мы могли делать Его волю. И это значит, что if we are walking in His will, и это означает, что если мы ходим в Его воле, if we are in the center of His will, as it were, если мы находимся в центре Его воли, He will give us everything that we need to perform that task. Он даст нам все необходимое для исполнения этих задач. You have to ask yourself the question: if you are becoming tired, weary, fed up, bored, burnout. И себе вы должны задать вопрос, если вы чувствуете себя уставшими, разочарованными, перегоревшими, упавшими. Whether you are doing the work that God has called you to. Делаете ли вы работу, которую Бог вам повелел делать? God does not promise us sufficiency in doing our own thing. Бог не сказал, что Он поможет в исполнении наших личных желаний. The things that we think.
которые мы думаем, что мы должны делать. But he has promised us sufficiency for the things that he has called us to do. Но он пообещал свое обеспечение и поддержку для исполнения воли, которую он хочет, чтобы мы исполнили. We know from scripture that it says God has prepared works for us from before the beginning of creation. В Писании есть место, где написано, что Он приготовил нам работу для выполнения еще до создания, так сказать, вселенной. Now, if the scripture tells us that, и если Писание говорит нам это, God has prepared those things, что Бог приготовил уже нам задачи, then we should make every effort to find out what that is. Поэтому мы должны приложить все усилия для того, чтобы узнать, каковы Божьи задачи для нашей жизни. I can't tell you. Я не могу вам сказать. Maybe if the word, Lord gives me a word of prophecy, yes. Только если Бог даст слово пророчества в вашу жизнь. But in principle, God wants to speak with you. Но вообще Бог хочет говорить с тобой, He с вами wants to лично. Directly to you. Он хочет проговорить лично directly вам, to your heart, в ваше сердце. And He wants to communicate to you what His works are that he wants you to do. И он хочет сам вам сказать ту работу, которую он ожидает, чтобы вы выполнили. And then you have God's promise. И тогда у вас есть Божье обетование, что он поможет. That he will provide. Что он обеспечит. Whatever is needed. Все, в чем будет нужда. I could give you a whole lot of stories about that. И я могу рассказать вам миллион историй, связанных с этим. Million? Million. Why not? That's maybe a little bit overdone. Может, чуть-чуть меньше, чем миллион историй. But I could give you lots of stories of много могу how when I have followed him. Как я учился следовать ему, за ним. His instructions. Следовать его инструкциям. Exactly what he told me to do. And? Done exactly what he told me to do. И делать то, что конкретно он говорил мне. He has always. Он всегда. And I say it again, always всегда. Provided. Обеспечивает всем, в чем была нужда. Okay, we take перерыв. About